Крепление сиденья сейчас буду ставить. Вот. Было три точечки всего. Что может удержать вот на трех точках? Какого дистрофика на это сиденье там садить? Хотя оно, наверное, само сиденье просто пустое оторвет со временем. Одно дело, что я здесь все доделал. Все кронштейны вот эти. Все сиденье подходит. А, дверь я снял, чтобы шпаклевать уже. Ну и это уже одна у меня задняя дверь. Здесь шпаклюется. Я в шортах говорил, да, что разбавляю бак-это шпаклевку. И, во-первых, она ровненько ложится. Я не знаю, видно или нет, просто кто и так. Не особо нету гребешков таких, можно растянуть ее, разгладить. Она мне до завтра постоит, завтра я чуть-чуть чухну, чуть-чуть там 80-ка, и уже буду перекрывать алюминием. Ну а пока я тут разбираю бампера, тут фаркоп и прочее. И вот захрясли тут вот эти два болта, гайки, слава богу, открутил, но два болта внутри, там в этой трубе вставлены, вот видно, трубочки, и болт в трубочке застыл. Пытаюсь и это, вон шляпа ходит, оторвать его и... И будет совсем беда. Тут вообще никто никогда ничего не снимал. Это уже окисление алюминия это с бампера. На бампере тоже там две шпильки отвалилось. Ну там-то ладно, можно прихватить. Но вот этот вот никак не получается пока снять. Мудохаюсь. Он ржавчин, с него высыпается. Поэтому попробую не сломать. В общем, один болт благополучно отломался. Вот пришлось такой вот прут приварить. И вот раскачался он. Дело в том, что там внутри трубочки ржавчина выедает сам болт, и получается он приталенный, и ржавчина по бокам его держит. Вот, и поэтому никак. Сейчас попробую. Да не попробую, он уже пошел. Я его сейчас раскручу вот так. Самоходчик практически разобрал. Не без проблем, конечно, разбирается. То одно там вылазит, то другое, но все-таки. Ну и как вот всегда бывает, вроде сварка закончилась, и потом вот раз в каком-то месте вылезет такой вот нежданчик. Внутри лонжерон живой вообще, грунтованный. Ну, это сварные точки это от плиты. Ну и, конечно, вот там перегородочка стоит. Ее бы как-то засверлить, что ли, чтобы продуть туда антикор. Поэтому сейчас я вот тут подчищу вот это пушсало. Вот, и подлатаю. Латочку поставил, ну и загрунтовал. Я думаю, шпаклевать здесь... Да нечего тут и шпаклевать. Тут надо, конечно, все вот это вычищать. С баллончика задули черным антигравием. Сверху мовилем. Все это застыло тут. И нифига не держится. Чуть тирануло, он отваливается. Поэтому все вот эти художества надо будет вычистить. Сейчас поставлю бак на место, чтобы он уже тут был установлен. Чтобы не болтался там у меня нигде. Надо хорошенько вот эти сварное все место. И голый. Не как голый металл, открытый металл. Без шумки, который хорошо заантикорить. Ту сторону я уже заделал. И потом уложить бумагой, чтобы не пачкать бак. И чтобы бумага пропитала. И была как бы такой жирной прослоечкой. И удерживала антикор. А то он просто голый будет растекаться везде. По сторонам. То, что он будет пропитывать металл, это хорошо. Вот. Чтобы он по салону особо не фанил. Место заантикорено, одно и второе, это надо уложить, как говорится, бумагой. Так как крокодил является автомобилем премиум-класса, поэтому вместо газет нужно положить страницы какого-нибудь элитного глянцевого журнала. Вот таким вот макаром. Все это прилипнет, потом пропитается. И вот такого какого-нибудь герцога можно сюда сунуть. Ну и туда сейчас тоже уложу. Бачок поставил, все, закрепил его, все соединения, везде все. Здесь самое главное не перепутать местами трубки, иначе инжектор потянется обратно и мотор заведется в обратную сторону. Вот, значит, сейчас я надену клемму и проверю, как разводится машина, нет. Красавчик завелся, это, заработал насос. Шикардос. Вот же еще нужно тут исправить смешной этот конструктив, который тут на двух соплях косыночку прихватили и думает, что будет амортизатор тут вечно держать эту тяжеленную заднюю дверь. Так, что-нибудь такое, какое-нибудь усиливающее плечо, косыночку какую-нибудь такую помощнее.
Ну ладно, сейчас помыслю. Ну и тут тоже сразу сделаю. Здесь пока целое. Но это пока целое. Лучше сразу сделать. Все подготовил. Вот такую вот косыночку поставлю. Сразу тут заантикурил внутри. Чтобы лишней коррозии там не возникало. И сейчас вот так вот. К самой косынке посварю и, естественно, к телу двери. Я думаю, такая конструкция должна как-то быть более понадежнее. О, прилипло. Так, ну что, косыночка приварена, все в порядке. Ну, здесь-то несложно все это приварить, потому что здесь просто вот проводок массы, и внутри ничего нет. А вот тут вот сложно, здесь идет внутри целая куча проводов, целый жгут. Трубка омывателя, вот она. Естественно, когда начнешь варить, все это загорится, там все это сгорит и все это замкнет. Поэтому, раз тут целое, трогать я здесь ничего не буду. Снял компот, здесь клюв такой весь кривой, но это понятно, машину толкали, тут продавили. Толкать сюда вообще нельзя, в капоты. В углы можно толкать, в стойке там автомобиль. Ну и вот тут интересные какие-то вот эти вот шишечки, такие титечки торчат, на которых уже краска облезла, появилась кое-где ржавчина. Это походу с той стороны где-то что-то необработанный металл. Как раз здесь два, внутренний паук и наружная шкурка сходятся, и видимо там что-то недообработали, поэтому так при повороте это все выдавило. Ну, вот они, видно. Вот. Сейчас я их застучу, все это придется снести. Кое-где тут какая ржавчина вот побилась, сколы. Ну и посмотрю, либо цинкарем обработать до следующего дня, либо если все выйдет в чистый металл, можно загрунтовать и бокситником. Ну и потом уже поверх поклевать. Радует то, что 80-е зерно вышкребло все поверхностные ржавки. Сейчас я тут руками доработаю, то, что тут не достала машинка. И можно грунтовать. На низком давлении. Подзабыл, чтобы особо не пылить. Ну, это место еще подрихтовал чуть-чуть. Где сильная вмятина была. Но я думаю, дать отстояться ему пару дней. Чтобы он конкретно высох. Ну и тогда буду шпаклевать. Задняя дверь, которую я первый шпаклевал, вот пришло время ее снова шпаклевать. Но я ее, естественно, шлифанул. Подровнял, насколько можно. Ну и сейчас уже буду укрывать алюминием. Вот, алюминий я накинул. Поэтому сейчас дверь я повешу. Пусть она сохнет, усаживается. Ну и, соответственно, с остальными дверями я ту же самую процедуру проделаю. Значит, со все двери я перетер, перешпаклевал алюминием. А, нет, не все. Еще же вот здесь багажная дверь. Вот эта пятая. Ну, сейчас я ее тоже разберу. Все этот кронштейн и дворники, все это поснимаю. Надо перетереть, перешпаклевать. Ну и больше всего мне, конечно, вот угнетает вот эта уделанная вся машина в мовиле.
причем не там, где надо. Здесь как смысл вот тут вот мазать вокруг резинки, когда надо снимать стекло, и мазать вот эти вот привалочные. Они вот так же глянцевые остались, абсолютно не обработанные, поэтому до одного места вокруг намазать. Так же, как и до одного места вот так вот мазать вот таким, блин, я не знаю для чего. Ну, можно намазать, если уже есть желание, ну, чуть-чуть вот здесь. Но зачем вот так вот, я уже тут подтирал, вот, как здесь. Они, или это в темноте, или там по пьяни, я не знаю, зачем это намазано. Плюс еще тут с баллончика потекло все. Обрабатывать надо изнутри, без толку обрабатывать снаружи, вот здесь вот мазать, когда надо снимать потолок, здесь проходит внутри усилитель, вот сложение металлов, и туда вот дуть, вот как раз вот здесь вот под вот этим проходит под крышей усилитель, и его нужно там обрабатывать, а сверху мазать это вообще до одного места. Вот. Поэтому вся машина уделанная вот здесь, и все это надо вычищать, и это конечно... Ну, мало того, что уйму времени отнимает, но это как-то еще и угнетает, будем так говорить. Потому что везде, вот здесь, за желобками, это надо все-все вычистить абсолютно, иначе просто краска не пристанет нигде. Вот тут тоже вот даже резинка намазана. Зачем резинку мазать? Может, стекло, конечно, течет, но, в принципе, не должно быть. Вот, поэтому видео, наверное, закончу, потому что, ну, очень долго мне заниматься с машиной. Я планировал, конечно, до июня месяца ее все сделать, но затягивается ремонт. Затягивается немножко ремонт. Ну, а по-другому никак не сделаешь. Надо, конечно, все это очень тщательно вычистить. И все очень тщательно досмотреть. Поэтому, друзья, наверное, видео я это закончу. Вот, когда там выйдет следующее. Ну, может, я шортики буду какие-нибудь записывать. Мало ли тут что-то будет выскакивать. Ну, надеюсь, ничего особо не выскочит. Особенно касаемо по сварке. Вот. Ну, а так я же говорю, вот это вот все. Шпаклевание. Выглаживание, это занимает массу времени и сил, будем так говорить, самое главное, моральных. Так что, друзья, все, до следующей серии.